Перед укладкой нового асфальта старому больно. В него безжалостно вбивают металлические колышки. С их помощью рабочие обозначают толщину слоя будущего покрытия. Битумную эмульсию уже разлили. Пора принимать КАМАЗ с асфальтом. А прежде чем асфальт начнут укладывать, ему необходимо померить температуру. Сделать это может только бригадир. Миссия ответственная. Асфальт должен попасть не ниже 130 градусов. А почему? Это уже получается холодный асфальт. Он получается по нормативам будет не проходить уже. Трещины будут? Да, трещины. Если каток будет заходить, укладка асфальта будет очень плохая. Первым делом в ход пускают 4-тонный каток. Он, в отличие от 12-тонного, не позволит горячему асфальту лопнуть. Для идеального результата маленький агрегат должен проехать 6 раз, большой – 12. И те, и другие сегодня укатали только часть Пролетарской. Работы здесь будут проходить в 2 этапа. Работы будут проводиться от Калинина и до речки Бурхановки, до мостика. Потом следующая полоса от Бурхановки и до Мухина. Есть жилые дома, заезды, рядом находится автоколонна. Если все перегородить, то все встанет, все автобусы встанут. А автобусов тут достаточно. Автоколонна держит под своим крылом 4 садоводческих и 10 городских маршрутов. За рулем 11-го Александр Мыльников. На протяжении 20 лет рассекает по Пролетарской. Говорит, местные ямы порой подкидывают не самые приятные сюрпризы. Поток, если идет транспортный, скорость замедляет, чтобы пройти. Ну и тоже ломались рессоры, это если... Короче, техники доставалось. Ну, правильно сделали, что взяли, сделайте. Оценить новое покрытие водители автобусов и автомобилей смогут меньше, чем через месяц. Работы финишируют 30 июня. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город».